Чумацький шлях, як черговий один з етапів ралійних чемпіонатів України, започаткований ще в 94-му році. В окремі роки він носив статус і мав статус міжнародного. Приїздило багато відомих спортсменів, відомих людей, які приймали участь, які були спостерігачами, вболівальниками. Хочу сказати, що такі змагання, вони популяризують регіон. Пам'ятаєте, от Дакар, Париж-Дакар. Всі відомі чемпіонат світу, ралі змагання. Я бажаю нашим учасникам чумацького шляху перемогти, хто достойний цього, і якнайшвидше стати учасником в змаганнях ралі Дакар. І там отримати теж перемогу. Для нас це, ми будемо пишатися, херсонці, що переможець чумацького шляху став переможцем ралійних змагань Дакар. Хочу сказати, що ви своєю участю примножуєте авторитет Херсонщини, а це приток туристів, це приток інвестицій в туристичну галузь. Пускай буде багато адреналіна виробано в ваших серцях. Звісно, ми будемо болеть за херсонських учасників, але пускай победить сильніший. І время летит дуже швидко. З удовольствием наш город, гостеприимный Херсон, буде зустрічати последующие етапи цього замечательного соревнования. Всіх з настоящей борьбой, успех! Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесную, тешню души истины и живи здесь, и сясть меня и сокровища твоих жизненных подателю, приди и селись в ней, очистины от всякие скверны, спаси блажит душа наша, Отятия, во славу твою совершите, я, ко всесильному царю, маленький все услышит, и помилуй, Господи. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помолчи, Господи, помилуй. Мы проводим с нашей стартовой арки нулевой экипаж, который будет открывать дистанцию, будет идти впереди канала, ралли «Чумацкий шлях». Вот с этого момента и начинается ралли «Чумацкий шлях», который проводится уже 21 раз, проводится ежегодно с 1994 года. Александр Салюк, город Киев, Евгений Червоненко, город Киев. На старте ралли «Чумацкий шлях». 21-й ралли «Чумацкий шлях», и его открывает Александр Салюк, Евгений Червоненко. Приветствуем экипаж на трассе Херсонского ралли. Желаем удачного финиша и увидимся здесь завтра на финишном подиуме. Александр Салюк, Евгений Червоненко, неоднократные победители всевозможных соревнований, в том числе и ралли «Чумацкий шлях». Поприветствовали наших гостей из Киева! Желаем им победы! Экипаж из Одессы. Юрий Кочевар, Владимир Щербаков, который представляет команду «Одесса Ралли Тим». Неоднократные участники херсонских соревнований, неоднократные призеры и победители наших гонок. Юрий Кочевар, Владимир Щербаков, Одесса. Одесса Ралли Тим команда. Ребята неоднократно стартовали в ралли «Чумацкий шлях» и надеемся, что этот старт не разочарует их. Удачного! Поприветствуем наших друзей из Одессы! Юрий Кочевар, Владимир Щербаков. Одесса рулит. Одесса мама рулит. Приглашаем на... Как машина не следует?
Кричинский, неоднократные участники соревнований по ралли в Кирсуне, призеры и победители украинских соревнований по ралли. Николай Шмых, Александр Вельчинский, город Харьков, команда Хада Моторспорт. Поприветствовали наших гостей из Харькова. Борис Анша, Сергей Путейко, неоднократные участники херсонских соревнований. Ребятам очень нравится херсонская трасса и надеемся, что в этот раз она их не разочарует, а гонщики продемонстрируют весь свой класс. Итак, приветствуем и провожаем на трассу ралли Борис Ганжа, Киев, Сергей Батейко, Днепропетровск. 77 ралли Тим. Поприветствовали наших гостей и пожелаем им успехов в этой прекрасном виде спорта. Приглашаем на наш подиум Юрия Шаповалова и Дюмадира Шаповалова. И просим подготовиться Александра Козлова и Александра Горбика. Итак, Юрий Шаповалов, Кременчук, Любомир Шумаков, Киев, неоднократные участники тоже наших кричонских соревнований, провожаем их на дистанцию ралли. Восьмой номер. Экипирует свой большой путь в ралли. Александр Козлов, Киев, Александр Горбик, Киев. Приветствую экипаж на трассе 21-го ралли «Чуманский шлях». Поприветствовали наших гостей из нашей столицы. Пожелаем им победы в этом прекрасном чемпионате. Просим Александра Козлова и Александра Горбика на трассу ралли «Чуманский шлях». А на наш подиум мы ждем экипаж Алексей Сайфутдинов, Виктор Артемов. Гонщики уже неоднократно стартовали на херсонском ралли. Надеемся, что и в этот раз мы их увидим на финише. Итак, Алексей Сайфутдинов, Одесса, Виктор Артемов, Одесса. Дмитрий и был победителем первого ралли «Чуманский шлях» в 1994 году. Итак, Владимир Петренко, Дмитрий Андрющенко, город Киев. На трассе ралли «Чуманский шлях». Удачи! Поприветствовали наши гости из города Киева! Экипаж, еще один экипаж класса У-4000. Иван Остапченко, Киев, Ростислав Лазаревич, Львов. Желаем удачи! Они уже частые гости на херсонских трассах, им все здесь знакомо, и надеемся завтра здесь встретиться на финише. Удачи, ребята! Сергей Черный, Александр Завгородний, Днепропетровск. Поприветствуем днепропетровцев! Желанные гости, всегда мы рады и посвятить на нашем... Только в классическом ралли, но и в ралли рейда. Антон Корзун, Дмитрий Цыра, экипаж из Киева, на стартовой арке 21-го ралли «Чуманский шлях». Удачи! Поприветствовали наших друзей и пожелаем им успеха! Следующий экипаж из Одессы, Николай Никитюк, Дмитрий Федоренко. Достаточно часто. В 1994 году
и очень часто повторял Ралли Чувашевска. Николай Никитюк, Дмитрий Федоренко, город Одесса. Поприветствовали одесситов. Наши самые лучшие соседи. Следующий экипаж, который мы приглашаем на стартовую арку, это Сергей Чекан и Дмитрий Зиновьев. Ребята из Киева, Киевской области, но примечателен сам автомобиль. Легенда мирового ралли «Дача Дельта». Легенда той раскраски, которую она побеждала на чемпионатах мира. А сейчас это в руках Сергея Чекана и Дмитрия Зиновьева. Экипаж из Киевской области, Сергей Чекан и Зиновьев из Киева отправляются на трассу 21-го ралли Чувашевска. Еще один экипаж, который делает первые шаги в чемпионате Украины по ралли, это экипаж из Киева, Юрий Хавицкий, Андрей Бондарь. Экипаж из Киева на Субару. Ребята впервые стартуют на ралли Чувашский штаб. Юрий Хавицкий, Киев, Андрей Бондарь, Киев. Что 21-го ралли Чувашский штаб. Ей аттестирует Ярослав Калученко, один из именитых гонщиков Украины. Правда, он за рулем, чаще выступает, но сейчас решил попробовать себя в роли штурмана для того, чтобы поделиться своими секретами с Дарьей Бакай. Дарья Бакай, Киев. Ярослав Калученко, Киев. На трассе ралли Чувашский штаб. Поприветствовали эту мужественную девушку. Единственный экипаж этого прекрасного пола. Мы еще ждем на вашем стартовом подиуме расчетного представителя тех, кто едут в категории U4000. Десятый стартовый номер. Дмитрий Николаенко, Харьков. Юрий Панасенко, Харьков. На подиуме Николаенко, Дмитрий. Панасенко, Юрий. Ребята неоднократно участвовали в херсонских гонках, в том числе и в ралли Чувашский шлях. Неоднократные призеры и победители этих соревнований. Николаенко, Дмитрий, Панасенко, Юрий. А сейчас мы приглашаем следующий экипаж стартовый.
Одесса. Команда 77 Rally Team. Экипаж стартует на ралли Чуланский шлях. Неоднократные участники Алексей Долог в наших гонках херсонских. И мы приветствуем экипаж на нашем подиуме. Желаем удачи и ждем на финише. Алексей Долог, Донецк. Дмитрий Касап, Одесса. 77 Rally Team команда. Сейчас мы ждем на нашем подиуме 37-й номер. Это экипаж Крис. Юрий Касип. Виктор Юрёвин, Матки Шлях, и желаем удачи в Следующий экипаж из города Киева. Роман Козин. Сергей Иванцович. Да. Что, включил? Который у нас появляется на подиуме, это экипаж стартовый номер 30, это экипаж из Херсона, Роман Жемило, Юрий Карпенко. На автомобиле с объемом ведя 1400 сантиметров. Итак, еще раз, херсонский экипаж, Роман Жемило, Юрий Карпенко. Ждем на нашем подиуме экипаж из Одессы. Руслан Попов, Марина Перева. Руслан Попов, Марина Перева, Одесса. На трассе ралли Чувашский шлях. Еще раз приветствуем Руслан Попов, Марина Перева. 28-й стартовый номер, и это еще один экипаж из Одессы. Ребята недавно начали заниматься ралли, поэтому приветствуем экипаж из Одессы. Геннадий Ефимов, Игорь Алисаев, Одесса. Дмитрий Жеков, Жекова и Дмитрия Жекова. 36-й стартовый номер. Экипаж из Одессы. Владимир Жеков, Дмитрий Жеков. На старте ралли Чувашский шлях. Приветствуем одесситов. Поприветствуем одесситов. А на нашем подиуме 31-й стартовый номер, экипаж из Днепропетровска, Вадим Снегуров и Денис Кирсань. Ребята у нас не очень часто бывали, сейчас познакомились с трассой, посмотрим, что они покажут на нашем ралли. Ждем на финише, удачи! Вадим Снегуров, Денис Кирсань. Поприветствовали наших гостей из солнечного Киева! Итак, экипаж номер 33. Олег Шалаев, Киев. Станислав Косубак. Ребята уже в этом году были два раза у нас.
который тоже выступает только в зачете Кишинского районного кубка. Это экипаж из Одессы. Георгий Багаткин, Ганна Наточин. И предыдущий экипаж, и этот экипаж выступают за команду Багаткин Ралли. Итак, Георгий Багаткин, Анна Наточин. Георгий Багаткин, Анна Наточина. Багаткин Ралли Тим, экипаж Одессы, покидает стартовую арку. И сейчас... Поприветствовали их наших земляков! Юрий Бунчук. Город Херсон. Удачи. И еще один экипаж. И еще один экипаж из Херсона. Это экипаж Михаил Анисимов, Сергей Андреевский. Ребята только в начале своего раллийного пути, но тем не менее, новый экипаж стартует на херсонской земле из Херсона. Это Михаил Анисимов и Сергей Андреев. Поприветствовали наших земляков! Да здравствует Херсон! Пожелаем им успеха! По авторалли «Ралли Чумацкий шлях 2014». И нам остается, дорогие друзья, пожелать болельщикам обязательно ярких впечатлений от этого ралли, ну а всем экипажам профессионализма, и пусть фортуна будет к вам благодарна.